деньги и уводитель на штрафы. И успел только к концерту. И знаете, почему я мчался? 6 лет назад, когда впервые в России я выиграл судебный иск у президента Ельцина, и он отменил единственный указ о мэре Владивостока, и я возвратился к должности, вот тогда, через месяц, вместе с руководством наших владивостокских вузов и неувидаемой Марины Фроловой, 6 лет назад мы заложили благородный камень этой традиции. С тех пор я каждый раз стараюсь попасть на это торжество. Торжество, когда молодые, симпатичные, талантливые люди вступают в самые умные врата науки и становятся взрослее и обретают там мудрость и знания. Тогда, войдя в комитет молодежи, я увидел всех там таких, как я. И тогда было принято решение увеличить комитет в 10 раз из каждого вуза по 4 человека на полставки прибыли туда. И Марина формировала этот молодежный батальон. Тогда она же сама по лекалам французским к этому дню шила мантию мэра. И здесь мы в этой мантии открывали это мероприятие. И вот тогда, с тех пор, я радуюсь тому, что каждый год эта традиция повторяется и повторяется. И я очень рад, что я все же успел и услышал, и увидел искрометные танцы. Танцы, от которых сам начинаешь танцевать. Я услышал, и не то слово даже пение, сияние Андрея Зайцева. Я очарован тем, как пело хрустальное трио. Я хочу, чтобы вы всегда были такими молодыми. И знаете, как сохранить молодость? Делайте, как я. Никогда не смотрите в зеркало. Продолжаем.
город пустынный лежал позади него. И стылое сердце стучало в груди. Он помнил, и не было мига страшней. Собрал чемоданы, хозяин скорей. Сел на дорогу, шагнул за порог. Щелкнул ровно квартирный замок. Как будто недоброе знала она. Вскочила на стол, переняла кровать. Не укрылся по пыльству, надо бежать. Дрозь собачья ведет. Он шел и не видел пути своего. Хозяина тем же взял. И он пролежал в тишине до весны. В его голове не теснились уж сны. А люди не знали о нем ничего. Только метель его. Отец мой и мать, учи так лечить,
Пицца!